Добрый день, подписчики моего канала, зрители моего канала. Сегодня хотел показать вам одну купель, которая мне очень понравилась. Она сделана из пластика, довольно функциональная, небольшая в размерах, очень легкая. Если вы занимаетесь парением и погружением людей в воду, то эта купель очень быстро сливается. Меняется в ней вода, может и мужчина, и женщина ее перевернуть на бочок, обмыть. Размеры у нее небольшие, метр шириной и метр длиной. Сделано три отверстия по периметру, одно отверстие для слива воды, второе для тихого залива воды и третье побольше, это при погружении человека. Отсюда выливается лишняя вода. Стоят жесткости, ребра жесткости. Две ступеньки здесь и одна ступенька внутри. Очень удобно. Она используется и как ступенька спускаться в купель, и используется для сидения. Сбоку установлен кран для слива воды. И есть боковая подводка холодной и горячей воды. Замечательная вещь, я вот уже несколько дней ею пользуюсь и также убираю в ней, сливаю воду, меняю после гостей. Очень-очень удобно. За счет вот этого бортика придается жесткость, и вы просто наслаждаетесь. Не надо ничем ее обшивать, не гниет. Ничего не трескается. Вот здесь она в эксплуатации уже больше полтора года. И все себя отлично ведет. Поэтому стоит задуматься о такой купели. Потому что она очень быстрая в прибирании. Если бы она была обшита деревом, либо другим каким-то материалом, перевернуть ее на бок, хорошо с нее вымыть, к сожалению, не получается. Вот такой у меня сегодня обзорчик на купель для банного комплекса или для себя, для дома. Я однозначно решил, что я буду брать такой вариант. Большое спасибо всем.